«Когда два сердца бьются вместе» – так назывался сольный концерт заслуженного работника культуры Ульяновской области, лауреата международного конкурса Владимира Самарева. Солист филармонии выступил в Большом зале Ленинского мемориала в сопровождении Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов под руководством главного дирижера Ивана Крайника. Мы специально готовили концерт, посвященный Дню влюбленных, чтобы показать силу музыки, силу любви на разных языках, потому что неважно, на каком языке звучит песня о любви, все равно ее смысл понятен. Поэтому мы надеемся, что сегодня в нашем концерте будет много влюбленных или те, кто встретит друг друга на нашем концерте, полюбят друг друга. И сегодняшние песни наши как раз посвящаются всем влюбленным в этот прекрасный праздник «День влюбленных». Владимир Самарев из династии музыкантов. Его отец был дирижером эстрадно-симфонического оркестра в Таганроге. Он впервые вышел на сцену в 4 года, но обучаться музыке стал гораздо позже, с 16 лет. В интервью он признался, кто помог ему в выборе профессии и какую песню он никогда не исполнит. У меня есть одна любимая песня, но я ее никогда не исполню. Почему? Потому что это мне не под силу. А какая? Это песня «Дорога без конца», которую исполняет Альберто Садулин. Знаете такую? Я ведь почему я стал певцом? В детстве я услышал эту песню, когда мне было лет, наверное, 8-9. Потом попал на концерт Альберта Асадулина. И тогда я понял, что буду певцом. Благодаря ему. И когда спустя много лет я его случайно встретил после концерта, и ему об этом сказал, что он, как я его считаю, своим таким вот крестным отцом в плане выбора моей профессии. В программе вечера прозвучали лучшие песни о любви. «Королева», «Просто подари», «Улыбнись», «Три года ты мне снилась», «Серенада Трубадура», «20 лет спустя» и другие. Ленинский мемориал оглушали овации. Владимир Михайлович Самарев – это мой очень хороший друг. В прошлом это преподаватель в моей музыкальной школе, где я училась. Это вообще великий человек, очень талантливый, очень сильный. У него потрясающая семья, замечательная жена. Я думаю, она его во всем поддерживает, во всех его творческих начинаниях. И я очень рада оказаться здесь на этом концерте, послушать его любимый, мой любимый, его голос. Вы представляете, что мы вторично уже пришли на его концерт. Такое бывает. Просто в надежде, что будут новые номера, другие, я, собственно говоря, знаю. Буквально недавно этот концерт был в малом зале этого Минцентра, и мы настолько были восхищены, что вот сейчас с удовольствием хотим послушать замечательный голос замечательного певца. Владимира Самарева отличают высокий профессионализм, исполнительское мастерство, а еще качества, покорившие многочисленных поклонников. Задушевность, пронзительность, артистизм и неподдельная искренность не покидает ощущение, что исполнитель поет, обращаясь только к каждому в отдельности. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.